Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Ольга Алексеева. В год памяти и славы во многих регионах страны проходят юбилейные акции. Они помогают нам всем сохранить историческую память о подвигах участников Великой Отечественной войны. Сохранить для наших потомков. Сегодня в нашей студии Наталья Николаева, представитель фонда «Возрождение», руководитель проекта «Улицы героев» в Чебоксарах. Наталья Алексеевна, здравствуйте! Добрый день! Итак, как появилась идея такого проекта? Идея возникла достаточно банально, то есть как-то сидя вечером и наблюдая за своими детьми, который листал комикс, посвященный Человеку-пауку, я посмотрела и спросила Максима, говорю, почему как бы тебе не поинтересоваться реальными героями, которыми реально существовали в процессе истории и тому подобное. Он говорит, ну почему бы и нет, но таких как бы возможностей на сегодняшний день у него не оказалось. И глядя на это, мы решили, что для деток будет интересно в силу того, что это очень доступно, это очень емко, это очень информативно, и в то же самое время, самое главное, это эмоционально. Здесь мы видим иллюстрации этого журнала, да, собственно, да. Это сам журнал. Ну, это пока пробный, наверное, вариант. Журнал у нас в типографии, тираж очень большой, 36 тысяч. Мы попытались очень емко, очень демократично, соблюдая все правила вот таких иллюстрированных журналов, ну, изобразить подвиг наших героев. Это Афанасьев, это Уруков, это Логинов, Кочетов, Орлов. Ну и самое главное, хотелось, чтобы они понимали, что есть реальные люди, которыми можно гордиться, которых можно чтить и которых можно историю узнавать для того, чтобы понимать, что, наверное, история – это не просто урок, за который нужно получать оценку, что история – это опыт людей, те трудности и переживания, которые прошли люди, которые пережили, что это все возможно, что решение всегда любой задачи можно найти, ну, отчаиваться не стоит. Ну и таким образом вот преподнести героев в игровом, с одной стороны, варианте, но с другой стороны вот именно то, что они ожили на страницах нашего журнала. Наверное, вот так вот получается. Ну и хотелось на самом деле добиться того, что, идя по улице Афанасьева, они понимали, что это не писатель Афанасьев, как думают даже многие взрослые, а именно герой, летчик, который совершил самоотверженный поступок, благодаря которому, получается, приблизился час победы того 45-го года. Проект начинается у нас уже 3 марта. Мы идем в 4-й лицей. Тираж, как я уже повторила, очень большой, 36 тысяч. Мы хотим, чтобы каждый учащийся, ну, на сегодняшний день пока города Чебоксары, получил в руки этот журнал, полистал его, поинтересовался вот улицами, да, которые я назвала. Ну и в то же самое время, увидя, что можно, так скажем, с помощью рисунка оживить подвиг героя, попытаться узнать подвиг своего прапрадеда или прапрабабушки и попытаться тоже его нарисовать для того, чтобы участвовать в дальнейшем фестивале вот таких иллюстраций. Думаю, что и родители очень многие, пролистав этот журнал, тоже захотят вспомнить или, по крайней мере, поинтересоваться, в результате чего у деда есть медаль за отвагу, потому что это очень важно. Есть такие исследователи исторической памяти, они говорят, что проблема четвертого поколения заключается именно в том, что они, не являясь свидетелями реально живущих людей, и невозможно так вот, как мы с вами в студии, да, поговорить, как бы в живом диалоге, они эмоционально выгорают, эмоционально не чувствуют тех переживаний, когда были. А если они этого не чувствуют, соответствующим образом, они не проникаются этой идеей. У них нет понимания, что это достояние страны, республики, города. Наш журнал, прежде всего, не претендует на историческую какой-то документ и достоверность. Это художественный образ этих людей для того, чтобы просто оживить в наших детках желание приблизиться к этой истории, увидеть, проникнуться этим состоянием, прежде всего вот вызвать эмоциональное состояние в детках. Я надеюсь, что у нас это получится, и вот как бы первая ласточка, вот то, что вот 4-й лицей будет, будет ясно уже окончательно, насколько это эмоционально сподвигнет деток на какие-то серьезные для них маленькие подвиги
для изучения столь масштабных событий. Угу. Во всех школах намерены побывать? Да, мы намерены побывать во всех школах, где присутствует начальная школа. У нас есть несколько гимназий, где начального звена нету. А так, где есть начальное звено, с 1 по 4 класс мы будем присутствовать. Хотя было совещание директоров школ, они настолько прониклись этой идеей, говорят, а почему только начальная школа? Давайте 5-6 классы. Но мы пока пробуем на начальной школе, а там, если у нас хорошо пойдет, и на самом деле детям захочется проникнуть из более, так скажем, другой категории возрастной, то мы с удовольствием поучаствуем и дальше. Один из этапов проекта – это стихотворный марафон. Расскажите об этом. С 27 апреля по 9 мая будет проходить. Да. Помимо того, что дети будут рисовать, им, естественно, захочется активность проявить не только в творчестве, таком, скажем, рукоприкладном, но и помимо этого мы им предлагаем поучаствовать и в чтении стихов. Это практически уже во всех школах прошли внутренние конкурсы чтецов. Все готовятся уже к 9 мая. Последовательно. И мы предлагаем школам в рамках этих проведенных конкурсов выбрать одного или двух участников. Мы решили, что школ где-то 60, а в силу того, что 75 в Великой Отечественной победе, мы решили 75 участников этого марафона выбрать. Из общего количества детей, конечно, это будет очень сложно, но просто эфир даже радиостанции не позволяет больше детей. Радио, да. Эфир будет обязательно на радио, на детском радио. То есть это будет очень интересно. И для деток это, наверное, будет стимул. Да, как это я себя услышу на радио. Причем нам также предлагает это Тайван радио подготовить определенный тоже такой марафон, запустить в рамках собственного эфира. Я надеюсь, какие-то, может быть, телевидение возможно, какое-то конечно. Включится, да, тоже в этот проект. Потому что, когда детки читают, там это умиляет всех, и слезы на глазах наворачиваются тоже сразу у всех взрослых. Такой марафон, который будет именно в рамках празднования 75-летия, будет очень красиво оформлено, детки будут слушать, и я думаю, что это тоже вдохновит их дальше на какие-то серьезные моменты в этой жизни. Маленьких малышей их очень интересно. Им надо дать зернышко, тот посыл, из которого потом может вырасти интересное дерево, интересный процесс, интересный человек. Им эти зернышки надо давать. Конечно, с вами согласна полностью. И завершится проект уже 1 июня, в День защиты детей. Расскажите об этом. Да, то есть само празднование, конечно, будет и в рамках 9 мая обязательно. То есть там, я думаю, что дети будут участвовать будут на многих площадках, и их будут приглашать в результате того, что их выбрали на конкурсе чтецов. Будут обязательно выставки этих работ. То есть в основном они будут, конечно, в школах, внутреннее оформление школы будут, да, но при этом лучшие работы, которые будут отобраны, они будут нам сказали, что, скорее всего, как вариант оформления даже остановок. То есть лучшие работы. То есть будут работы под открытым небом, когда у нас уже есть такие формы в администрации работы, получается, то есть может любой горожанин подойти и посмотреть, как рисуют дети, и у них тоже будет определенным образом возникать эмоции радости, умиления. И, я говорю, там какие-то участия в 9 мая, то есть непосредственно тоже будет. А сам большой праздник мы решили не ограничиваться 9 мая, потому что весь год посвящен празднованию 75-летия. И День защиты и 9 мая – это очень тесно связанные праздники. Поэтому мы решили, что завершение непосредственно конкурса будет уже 1 июня, где в парке «Амазония» сделаем большой-большой детский праздник. То есть весь парк в тот день будет принадлежать детям. Там будут всевозможные аттракционы, площадки, квесты, да, интерактивные зоны, просмотр каких-то мультиков под открытым небом, мороженое. Такой большой детский праздник, где дети, мы будем чествовать детей, будем чествовать участников этого проекта. На самом деле дальше прославлять жизнь таким образом. Что ж, удачи вам в ваших начинаниях. Это очень важная и нужная тема. Я думаю, что еще в год 75-летия мы не раз будем к ней возвращаться. Спасибо вам за беседу. А я напоминаю, что у нас в гостях была Наталья Николаева, представитель фонда «Возрождение», руководитель проекта «Улица Героев» в Чебоксарах. До свидания. Thank you.
Thank you.